Я тут подумала, нам надо хайджекнуть спутники, все, которые сможем, и вещать на всю планету. Представляешь себе такое? Ты что, злодеешь Джеймса Бонда? Выслушай. Потом направим сигнал в космос, прилетят инопланетяне, и первым делом услышат нас. Планета Дедсек. О боже, планета Дедсек. Стоп, звучит как марка одежды, а мне все равно нравится. Маркус, Джош тут покопался в данных с Галилеи и хочет кое-что тебе показать. Круто. Это срочно? Возвращайся, как сможешь. Вдруг это важно? А что будет, когда мы расскажем правду о Кремниевой долине? Одни разорятся, других показательно выпарят, отморозков уволят или арестуют. Так или иначе, мы наведем шороху. А потом выйдут новые проекты, и все устаканится. Ну, назначат Гендира козлом отпущения. Как сделать так, чтобы они не отмылись? Лить на них больше грязи. Дедсек в космосе. О, да. Я в детстве хотел быть космонавтом. Рисовал созвездия на обоих. Придумывал свои собственные по аналогии. Но стал хакером. Оказалось, я полезнее в интернете, чем в открытом космосе. Да это полный ахтунг. Ты прикинь, если Блюм начнет ставить CTOS по всему миру. Есть куча стран, где правительство с удовольствием использует его против простых людей. Это будет катастрофа. Сюжет антиутопии. И ведь наверняка он уже реализуется. Что нам делать? Атаковать их союзников. Показывать людям, чем это все чревато. Уничтожить Блюм мы не можем, никаких шансов. Но имидж мы им подпортим как следует. Даже самый последний нуб из Датсек копается в данных с Галилея. Есть чего? Просто дохерища чего. И я уже нашла для нас отличную возможность. Похоже, компанию конгрессмена Трасса логистически поддерживает никто иной, как Инвайт. Это странно. И незаконно. Ага, почему бы не дать денег? Инвайт годами собирали инфу. Она бесценна, деньги так. Да, но почему этот идиот Трасс? Он свою жопу не узнает, даже если увидит в упор. Ладно, позлим его, разобьем пару окон и посмотрим. Да, нам нужна реакция, может он спалится. Заявим о себе. Маркус, как думаешь, сможешь его подразнить? О, да. У меня есть одна мысль. Разукрашу охеренно здоровый билборд с его тупой рожей. Думаю, он поймет. А я займусь финансами компании. А я тогда похерю его в соцсеточках, я похерю его веб-сайт, и еще я похерю его онлайн-рекламы. Вот так. А я возьму еще пару пива. Ваша свобода достижима только при демократии. Но корпорации контролируют выборы. Наши выборы. Инвайт, ваш любимый медиагигант, знает о вас все и изменяет вашу ленту так, чтобы вы думали определенным образом. Они хотят, чтобы вы голосовали за конгрессмена Трасса. Инвайт владеет мощнейшим инструментом для контроля над населением. Боритесь! Сокрушите Инвайт! Скачайте наше приложение и помогите разоблачить конгрессмена Трасса. Вместе мы Дедсек.
Маркус, эти мартышки опять шалят. Они где-то рядом с тобой, пытаются взломать нас. Это надо прекратить. Кажется, я знаю, где они сейчас. Ситара? Черт! Они думают, что могут взломать меня? Где вы? Она слышала выстрелы. Маркус, мы нашли среди барахла Галилеи крутую штуку у слога Тайдис. И что там? Мы тут с Рэнчем рожаем план. Ты давай возвращайся в гараж, там все обсудим. Ага. Хитрая жопа! Думаешь, умнее всех? Нет у меня времени на это. А ну, получай! С ума сойти! Без ума подходили! Эй, что? Ты там? Да, у билборда перед огромным конгрессменом Трассом. Приступай, друг. За дело.
Он поймет, что мы идем за ним. Супер. Над остальными плакатами работает команда из DedSec. Класс. Пока соберу бомбу, которую мы загрузим на сервер Invite. Встретимся у офиса Invite, и я расскажу. До встречи. С билбордом вышло супер. Мы хотели реакцию, мы ее получили. Да? Мы прочитали переписку Трасса. Похоже, он очень зол. Пытается вести закон против групп с возможностью распространения директив и действий проприетариев. Это же мы. Позакрывать хакеров. Чувствуется влияние Invite. Поэтому и сотрудничают с Трассом. Угу. Надо хакнуть офис генерального. А, Мэри Кэтскилл. А вот... И эксплойт, который откроет бэкдор на их серверах. Опять флешка? Я скоро магазин открою. Эту не продавай. В прошлый раз дела шли не так хорошо. Прямо хуже некуда. Да. Сочувствую. Кстати, после того случая усилили охрану. Ну что, прекрасно. Уже даже забыл об этом наркоманском кексе. Проходит час. Главное, что я пошевелиться не мог. И это с одного грамма. Надо же! Стоп! Что это было? Эй!
собак из 10. Взломал. Мы получим запись всех разговоров. Каждое слово. Иди в серверную и установи бэкдор. Да-да, бегу. Внимание сотрудникам Invite. Вы знаете, что наш проект является секретным. Хочу напомнить, кто бы ни спрашивал вас о том, что вы делаете, даже родные и друзья, не сообщайте ничего. Даже о факте секретности. Лучше сказать что-то вроде «не хочу думать о работе» и сменить тему. Никаких исключений. Всем спасибо.
Молодец. Так, что это такое? Ты видишь это? Похоже на... Блин! Они используют кандидата. Черт. Получается, это дело рук Блюм. Они убеждают людей голосовать за Трасса. Знаешь, перенастроить код наоборот проще простого. Ха, гениально! Давай! А теперь уходи! Все, вышел. Джош перенастраивает код против Трасса. Слушай, другой кандидат проводит ралли около мэрии в рамках своей компании. Встретимся там. Ладно. Знаешь, да. Ну,
Давай, я для тебя ничто! Дарить хочешь? Ну да, герой, конечно, хочешь! Тебе вечно надо... Живем в мире технологий, и крупные IT-компании виртуозно отделяют вас от ваших данных. Йоу, похоже, у Терезы Моретти есть шанс. Если инвайт добьется своего, выборы под угрозой. Кандидат может влиять на всех избирателей в стране. Да, отраз будет их выгораживать. Именно поэтому он так важен. Ну, с тех пор, как мы влезли в код инвайт, акции конгрессмена Трасса начали падать. Инвайт паникует. Йоу, Эм. Ты должен послушать, что у нас есть. Это Трасс говорит с Мэри Кэтскилл, гендиректором Invite. Сделайте что-нибудь, все пошло не так. Встретимся лично. У меня есть решение этой проблемы. Ну, слава богу. Встретимся в моем пентхаусе. Удвойте охрану, тогда приеду. Спасибо, Мэри. Мы обеспечим приватность. Я запишу эту встречу. Отличный козырь. А я вам помогу. Ваш экипаж ждет, сэр. Благодарю, сэр. Подозреваю, охрана будет лютая. Я тут прикинул. Там понатыкали камер. Будем через них палить, что происходит. Безопасность такая безопасность? Конечно. Право голоса — это все, что у нас осталось. Инвайт отслеживает характер распределения голосов. Конечно. Почему нет? Инвайт меня так бесит. В смысле... Я знаю, что компании управляют людьми, но это просто подло. Они контролируют весь трафик. Они знают все обо всех. Знают, как этим пользоваться. Сейчас посмотрим. Я пойду осмотрюсь. Может, удастся в пентхаус заглянуть. Подключи ноут. Это стоит посмотреть. Мистер Немич, какой сюрприз. 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 Что, в штаны навалил? Это нечестно. Мисс Кэтскилл и вы обещали... Я ничего тебе не обещала, Марк. Обещают только дошкольники в саду, Марк. Шантаж, послушай, да? Послушай, я знаю. Мне придумать бы что-нибудь поинтереснее, но...
Но и клише всегда работают. В этом штате к сексуальным девиациям относятся лучше, чем к наркотикам, Марк. Я конгрессмен США. Короче, дело к сраной ночи, Марки. Твои рейтинги скоро пробьют дно. Время плана Б. Ты же помнишь план Б, не так ли? А вот и все схемы. Если интересно. Я думал, вы обеспечите мне победу. Не-а. Чудеса для лузеров, Марк. Разве самому не интересней? А если что не так, главное... Держи язык за зубами. А не как на этих фото. Ты, опять же, извини за них. Я исправлюсь. Ты видишь? Душан с ними заодно. Ого, они тут времени даром не теряют. Маркус, здание обесточено. У нас нет доступа. Мне нужно попасть туда, чтобы понять, что они делают. Я уже на другой крыше. Отсюда можно попасть в пентхаус. Тут полно грузовых кранов. Я понял. Маркус, как там? Йо, зацени. А? Отсюда весь город видно. Как же там много людей. Очень много. Ага, в полной жопе. И ведь всем пофиг. Просто пофиг. Это кошмар. Будет чертовски непросто превратить их обратно в людей. О, да, чел. Ладно, чел, ищи улики, а я займусь путями отхода.
Йоситара, я почти внутри. Включи мне что-нибудь. Попытайся как-нибудь подключить здание к сети. Не паникуй, ща попадем в систему. Дальше пробейся туда с ботнетом и качай все, что успеешь. Но они спалят тебя, как увидят закачку. А так даже интересней. У меня для них сюрприз. Я не видела тебя раньше. Оперативник ранен! Ты в системе. Твой ход. Отхода готов. Чувак, тебе это понравится. Thank you.
Маркус. Их запасной план – машины для голосования. Они хотят еще усилить защиту? Защищены только уже собранные данные. А теперь бюллетень можно аннулировать еще раньше. Джордж знает, где машины хранят до дня выборов. Он будет ждать тебя у Форт-Пойнт. Форт-Пойнт? Скоро буду. О, и да, Маркус. Захвати с собой взрывчатку. Я так ждал этих слов. Джош, только не говори, что ты там. Маркус, Маркус, на крыше снайперы. Снайперы? О чем это ты говоришь? Они из Умения. Прости, не знаю, откуда они взялись. Может, душа нанял. Почему ты шепчешь? Я не шепчу, можешь войти. Ну нет, я туда не войду. Слушай, завтра машины повезут на избирательные участки. Что делать? Реверс-инжиниринг? Нет, нереально. Слишком мало времени. Это военный вирус. Единственный вариант – это уничтожить все. В смысле машины? Каким образом, взорвать, что ли? Этот форт – военная база. Здесь много взрывчатки. Если не будет машин, перенесут выборы. Да, мы раскроем заговор. И дадим людям время принять правильное решение. Да, блин, я за, Джош. Ты за? Окей. Хорошо. Вам не кажется, что взрыв это как-то чересчур? Нет уж. Джош сказал, что мы получим время до выборов, так что все это ради народа.
Тебе это трогать нельзя. Не лезь не в свое дело, у меня приказ. От кого? А ты как думаешь, дебил? Thank you.
Готово. Теперь тебе надо уходить. Я все. Класс. Кстати, мы сделали видео по тем данным из пентхауса. Зацени. Граждане, корпорация Инвайт крадет ваше священное право голоса. Вами просто манипулируют, основываясь на личных данных. И вы голосуете за Марка Трасса. Но датсек взломали Инвайт и поменяли их алгоритм. И результаты изменились. Инвайт, не желая отступать, решились на отчаянный шаг. Здесь вы видите, как генеральный директор Инвайт Мэри Кэтскилл передает вирус для машин голосования Марку Трассу. Выборы отложены. Граждане, у вас есть время подумать. Не позволяйте никому управлять собой. Дэдсек призывает вас обдумать свой выбор. Дэдсек рассказывает правду. Решать вам.